Понял, как все. Сейчас уезжаем, там периодически будем останавливаться, если надо будет там сфоткать или еще что-то. Окей. Порядок? Да, классно все вообще. Мы уже по вкус вошел. Ну, это отлично. Дать карту. Да. Ну. А что, можно? Я просто думал, они не влазят. Как нет, бы это. Одеваешь шлем, а, и вот так можно? И будет зависеть. Я просто думал, они будут давить. И я что-то вот снял. Не, ну похоже. Понятно. Что с темпом? Увеличиваем или прогулочно едем? А там дальше что, тоже песок идет или грунтовка? У нас туда больше прямая, а назад у нас уже будет. Можно увеличить на прямой, да, а потом уже. Все, ну на прямых, естественно. Да, потому что вес у меня давит на этих поворотах. Да, я хотел фоточку бы там. Все-таки на станции работы, а не мав фотки с объекта. Оттуда вид красивый. Ну да. Нет, тут прикольно, конечно, такие вот зигзаги. Хочется помощнее такие, чтобы везде ехали, блин, но у нас народ настолько бестолковый попадает, ну это шкана вообще. Да, есть такое дело. Приехал, выехал, блин, 2 минуты, все, в сосне торчит. Я смотрю где-то, не знаю, в интернете смотрел, тоже реклама вымала, в Запорожье тоже катают. Но они даже летом на море возят, Кирилловку там как-то недельными, думаю, ничего себе. Это разрешение у них есть, да, там, по трассе ехать, почему там, по полям едут, наверное. По трассе нет, это на этот самый. По селам. На Мелитополь вывозят, и от Мелитополя до Кирилловки они там. А я думал, они едут, думаю, ничего себе, как они там. Нет, там ты что, никто такую ответственность не даст проводить, чтобы по дорогам они ехали где-то. Выкатывают лафетами, прицепами, там, до, ну там где есть вот отрезок вот пересеченный, вот мы можем до Водиного доехать, там, грубо говоря, все. Ну там по побережью, в принципе, есть дорога, там можно до Каменки, там до Каменского полуострова добраться. В воду заезжаем, сильно лучше не разгоняться. А куда заезжаем? Туда? Прям в воду, да, поедем. Ни хрена себе, глубина тут. Глубина тут для квадроцикла нормальная. Офигеть, прикольно. Значит, смотри, чтоб ноги были без сухие, вот наверх. Сюда. Угу. Все, и аккуратненько на тихом газу, чтоб мы не хлебанули этого. Понял. Воды в двигатель. Развернемся, да. Как старый, тебе все равно. За вами же. Ну, я просто туда сам не ездил. До Водинского, до пляжа. Я с людьми приезжал, три квадрика, тот застрял, тот отстал, как бы, ну да, времени не попадали. Когда один проще, туда. Да. По времени мы чуть-чуть туда не попадали.
Так, сейчас чуть подстудим, бо уже... Да, да, хорошо. Конечно, не так, как летом. Ага. Летом, блин, 10 минут едешь, блин, студишься. А, ну да, жара. А вообще, блин. Жара это да. Где пересеченная местность, он на грузке. Угу. Что-то я сильно тепло оделся. Мне уже я как, я ж горнолыжник, термобелье все как положено. Знал куда. А у меня где-то лыжник с каким-то был, только вот я не могу понять, в каком из двух гаражей. А чтоб найти, это просто надо навести два капитальных этих порядка сделать. Это гаражи забиты. Это самое-самое. Да, видать, или штормик был, я же говорю, что вот, ну, ага, глубоковато по воде. Мы тут раз дальше уезжали и свободно, так что там, ну, на пол колеса там чуть, угу, чуть больше. А так я проезжал, смотрел, мы там бы и не выбрались бы нигде. А тут же охраняемая, да, территория, или там дальше, да? Вот туда, вот за деревьями, вон, видишь, дорога. Ну, я вижу, что будки стоят, это ж там, наверное, уже. Ну, то будки эти. Ага. Я понял. Персонал. А ну, где он? О, видишь, у тебя хорошо, а я этот... А что-то сигналил, то я слышал, и только я не понял. Там еду, нет сигнала, где этот, залил. А-а-а. Достало, блин. Ух ты! Огонь! Ой! Сейчас! Какая красота! Ох, тут надо точно сейчас сфотаться. Нормально. Давайте. Так, что-то у тебя проблема, вот эти перевалы, и ты туда рулем. Надо... Я съезжаю немножко на обычную, потом опять заезжаю по дороге. Да, но есть такие места, что можно сразу в кювет поехать, смотри. Угу. Ты, то есть, должен взглядом оценить, если уклон, ты уже заранее вес переноси. То есть мотоцикл, угу, туда клонит, а ты вес в противоположную сторону переноси. Угу. Потому что, ну, обрывчики вот такие вот там как бы, ну, можно и метров 10 вниз поехать. Это не надо. Это не надо, да. Будет больно. Надо, в общем говоря, побороть эффект мешка с картошкой. То есть ты должен балансировать, понял, в противоположную сторону. Так, вы меня сфотаете? Конечно. Так, ну какой тут, посоветуйте ракурс, наверное, надо сесть на этот, да? Можно и на квадрик. Сейчас. Можно и ИГС, и станцию полностью. Как надо там вот взять или? А, как хочется. Так, по горизонту или так, чтобы для соцсетей? Для соцсетей, давайте, наверное. А ИГС видно, да? Станция? Сейчас сделаем, чтобы было видно все. Давайте. Кофр попадает. Ага. О, отлично. Сюда смотрим. Есть, да? Ну, давайте так ближе. Парочку.
А давай я встану, наверное. Там в РЭС тут станция. Есть, да? Есть. Спасибо. Смотри. Пойдет, я доверяю. Мне такое атомное. Тут теперь непонятно, можно ли выставить, потому что я работаю на станции, чтобы потом мне не влетело. В принципе, не было никаких, выставляют народ. Не, ну если коптер запустить, так вот ну, так отсюда миллион, да? Миллион и видео, все что хочешь. В принципе, можно. Коптер не, нельзя, у меня есть коптер. Уже запрет сделали, даже вот на НСО сразу заезжаешь, все. Они давно должны быть, ну как, они до последнего тянули, пока там, оно еще сырое постановление, но как бы оно ничего, ну как бы нету прописано, ну, остерегается. Я тоже не понимаю там, ну в чем запрет фотографировать, если ты со спутника открываешь даже через обычную Google карту и видишь все. Ну да. Оно в открытом доступе. Я понимаю, я там в России там в местечке заезжал, там секретные заводы. Открываешь Google карты, там черное пятно. Mm. Реально просто черное пятно. Капец. У нас открыто все. Так, и сейчас мы. Это куда? Вдоль брызга будем ехать до выхода вот этого канала. О, до Шандорин. Прикольно. Объедем этот как так называемый Водинский ковш. Ага. Съедем, и там водичка ушла, по водичке можно по пляжу поездить. Класс. Уже нравится. Да. Что, поехали. Чем дальше, тем интереснее. Конечно. Так. Вот так. Сейчас. А что надо делать, говори? А? Что надо делать? Толкнуть попробую. А, я понял, давай. Ну что, вроде так. Это тут... Сейчас я стойки попускаю, вот сюда спускать. Ну понятно, что металл не понятно. А с той стороны, наверное. Угу. Ага, все, он съел. Сейчас трактор. Да не, он сам выезжает. Все четыре роются. Да, там уже накопал, да? Лопаты нет, мне надо под передними колесами вон подкопать, потому что не дает.
в общем, делюсь впечатлением о поездке. Все классно, драйвово, экстремально. 3 часа пролетели очень незаметно, но это того стоит. Всем рекомендую. М-квадро, Энергодар. Пока-пока. Ставьте класс.